кто-то, кто никогда раньше не занимался кундалини-йогой? The cameraman. Человек на камере. Anybody? Welcome. Hello. Добро пожаловать. Здравствуйте. So, before we start the class, we tune in. Перед тем, как начать класс, мы настраиваемся. And you bring your presence in the room. То есть свое присутствие, чтобы направить в комнату. And we connect with the lineage of teachers. И мы настраиваемся с линией учителей. So bring our palm together. Ладони вместе. And it looks like a prayer, but it's not necessarily a prayer. It's a call. Это выглядит как молитва, но на самом деле это не совсем молитва, это скорее такой зов. And we call Om Namo Gurudev Namo. Мы призываем Om Namo Gurudev Namo. So we call him on the teacher. Мы призываем учителей учения. Like a universal teacher. Вселенное учение. Each one will have his individual lesson today. То есть у нас у всех будет свое какой-то урок сегодня. So there is a teacher for each one. И поэтому для каждого из нас есть учитель. And then to begin. И сделать то, чтобы начать. We globally are going through a change on this planet. Нас ожидают на этой планете глобальные перемены. Everything accelerates. Все очень усиливается. And we have a hard time to catch up with our lives. Поэтому нам достаточно тяжело успевать настраиваться с таким темпом. One thing for sure we cannot live with. Но то, с чем мы не можем жить, это точно. It's self-deceived. Это такое самосомнение, подводить самих себя. Easy to translate. Self-deceive is like when you see yourself inadequate. То есть когда вы сами себя видите неадекватными. It's more and more people that they just don't fit in the world we are. То есть все больше и больше людей, которые как бы не находят своего места в мире.
So there's more and more communication going on. Все больше и больше коммуникации происходит. You can't spend 5 minutes without your iPhone. Вы не можете 5 минут провести без своего iPhone. Check your email every second. Проверяете постоянно свой email. It's getting faster and faster. И все быстрее и быстрее становится. Everybody has to tell everybody else where they are, what they are doing. Вам всем надо сообщать постоянно друг другу, где вы, что вы делаете. And we lost in a flood of information. И люди теряются в этом потоке информации. And not only information, but technology for it. Не только информация, но вообще технологии. So they have tablets like this, like this, like this. Планшеты различных размеров, маленькие, большие. In every room, with the kids, I mean, it's just amazing. В каждой комнате у детей. If you see the progression in the last 3 years, it's just amazing. И тот прогресс, который мы видим последние 3 года, это просто невероятно. And there are people just fed up with this, who just don't want to look at that. И есть люди, которым это очень надоело, и они не хотят успевать за этим. So if you don't get into that tornado, если вы не попадаете в этот торнадо, very soon you're left behind. Тогда вы остаетесь далеко позади. And then you start to see. You don't adjust with the world. И тогда вы видите, что вы на самом деле не в ногу со временем идете с миром. So we always had that feeling that we don't really fit in. У нас всегда было это ощущение, что мы не очень-то находим свое место. And the reaction to that. И реакция на это. Is to create a dream. Это создать какую-то мечту. We cannot live in self-deceit. I said it again. То есть я снова говорю, мы не можем жить в таком самообмане. We cannot feel bad about ourselves. Мы не хотим плохо себя чувствовать, плохо о себе самих думать. So we create a diversion. Поэтому мы что-то другое для себя создаем, какую-то иллюзию. And we live on hope. И мы живем в надежде. So I guess today is a world is very short term. Everything goes short term. То есть все в нашем сегодняшнем мире очень длится короткие промежутки времени. If you ask any politician, what is your perspective of the world in the next 10 years? Если у кого-то спросить, что вы думаете о мире через 10 лет? He's gonna tell you, you're crazy or what? Он сказал, что с ума сошли. You don't even know what's gonna happen in 6 months. Я даже не знаю, что через 6 месяцев произойдет. You want me to think 10 years? Impossible. Вы хотите, чтобы я подумал, что будет через 10 лет? Это невозможно. So we have no perspective. То есть у нас нет перспективы долгосрочной. So we need to dream. И поэтому нам надо мечтать. And I think why yoga is so successful. Я думаю, почему йога имеет такой успех? The collective subconscious dream. Потому что это мечта коллективного подсознания. Like yoga is gonna get better. То есть все думают, что с йогой станет лучше. I'm gonna better dream. Это такая лучшая мечта. Я буду лучше мечтать. So I'm sorry, but I'm not selling dreams. This is really against my religion. Простите, пожалуйста, но я тут не продаю мечты. Это против моей религии. I don't want to mislead you. Я не хочу как-то вести вас в заблуждение. So there are two types of people today. Два типа людей существуют. People who are in the creative mode, super active. Люди очень активные, на таком творческом подъеме. And you're overloaded of work. И у них они очень нагружены. When the work takes you, you just can't get out of it. То есть, когда работа вас захватывает, вы просто не можете вырваться из нее. They ask you to work, you know, 16-18 hours a day, just never stop. И вам приходится работать 16-18 часов в день, без остановки. You finish in the office, you bring it at home, because now they can catch you everywhere, so. Вы закончили работу в офисе, но потом вы приходите домой, продолжаете работать, потому что вам надо все успеть. А когда вы едете в машине, вам тоже приходится отвечать на телефонные звонки. И машина как бы разговаривает с вами, и вы с ней общаетесь. And you have the others watching the train going, and they don't know what to do, because they have no work. А есть другой тип людей, которые не... Это как проходящий мимо них поезд, потому что у них нет работы, и они не знают, что делать. So the proportion of unemployed people is enormous. И процент безработных людей, он огромен. They were saying below 25 years old, 60 million people on this planet have no work.
То есть люди, которые не достигли возраста 25 лет, этот процент составляет 60 миллионов людей, не достигших 25 лет, они безработны. Which is a warning. И это такое предупреждение на глобальном уровне. Because these are the green forces. Потому что есть также такие зеленые силы. And they are unemployed. И то есть все это такие двигатели прогресса, да, молодые силы, и все они не имеют работы. So what we try to do is to pay a little bit these people so they are not claiming. И что мы пытаемся государство делать, это платить им хоть какие-то небольшие деньги, чтобы они не жаловались. So many people used to live small because they can't use their creativity, but they are paid anyway. И поэтому много людей ведут такой образ жизни, где они могут очень мало себе позволить, потому что у них нету какого-то особого творчества, креативности, но им дают чуть-чуть денег, чтобы они выжили. So if we cannot collectively invent the world of tomorrow, we have to drink it. И поэтому, если мы все вместе коллективно не можем создать мир завтрашнего дня, то нам остается только мечтать о нем. So maybe there are other ways. Но, может быть, есть и другие пути. And the other alternative is to find your essence. И альтернатива этому — это найти свою суть. Because as long as you run for satisfaction, потому что до тех пор, пока вы гонитесь за удовлетворением, from anything outside of you, удовлетворением от того, что находится вне вас, when you meet with that thing, когда вы находите, обретаете эту вещь, it's like running after a shadow. Это то же самое, как бежать за тенью. When you think you reach it, it's still further. Когда вы думаете, что вот я поймал это от вас убегает дальше. So you may find some quickies. Поэтому вам нужно найти какие-то такие хитрые, быстродействующие способы. Quick hits, quick happiness, quick things. И вам нужно все очень быстрое счастье найти, быструю радость. But not satisfaction. Но не удовлетворение. No contentment. Нет наполненности, удовольствия. So you end up consuming things that put you even more depressed than before. То есть вы продолжаете потреблять вещи, которые заставляют вас впасть еще в большую депрессию, чем раньше. So I think there are many people that come to yoga as a consumer, they just think I'm gonna buy yoga. Много людей приходят на йогу как потребители, они думают, что сейчас я куплю йогу. And after 5-10 years practice, и после 5-10 лет практики, they realize nothing happened. Они понимают, что ничего, в общем-то, не произошло. I'm even worse than before. Мне было еще хуже, чем раньше. Because when I started, I had hope. Now I lost hope. Просто когда я начинала, я хотя бы надеялась, а теперь я уже и надежду потеряла. This is good news. Это хорошая новость, на самом деле. Because you can practice yoga for your depression. Потому что вы можете практиковать йогу от депрессии. I think everybody in normal life goes to this. He used to call this cold depression. Потому что то, что многие люди попадают, это так называемая холодная депрессия. It's not something new. Это не новинка. Especially men knew about it. То есть люди всегда знали об этом. Men under 40-45. Особенно люди 40-45 лет. Sitting on the throne of success. Когда они уже попадают на такой трон успеха, and still having cars, wife, kids, house and everything, feel depressed and bored. У них есть все, дом, машина, жена, дети, но при всем при этом они чувствуют себя в депрессии. Boredom is one of our enemy. И скука — это один из наших врагов. We want to feel it. We need to feel it. We need to act. We need to do something. Мы хотим ее чем-то заполнить. Нам нужно все время действовать, что-то делать. So we are fascinated by having something that could bring me happiness. Поэтому нас всегда захватывает очень идеи о том, что может принести нам счастье. Or we are fascinated by doing something. Или также нас захватывает идея о том, чтобы сделать что-то. So having and doing are projective. То есть иметь и делать — это наши проекции. Understand? There's a distance between you and the result. Вы понимаете, то есть это расстояние между вами и результатом. We are
achiever or we are doer. То есть мы либо такие деятели или достигатели чего-то. We want result. Мы хотим результата. And when we get result, а когда мы получаем результат, we're depressed. Мы в депрессию впадаем. You have to look for another thing. Потому что теперь нам нужно что-то еще искать. It's empty. Мы снова пусты. People who make research, they know that, yeah? И люди, которые ищут, они и знают об этом. Research, research. If you find this, this is your curse. И вы ищете, ищете, но если вы находите, то это же является вашим проклятием. Next. Потому что теперь вам надо придумать, что снова искать. So, being successful or unsuccessful. Поэтому быть успешным или неуспешным. Result is the same. Это в принципе одно и то же в результате. We're not satisfied. Мы все равно не удовлетворены. So when Yogi Bhajan was talking, I believe that your birthright is to be happy. И когда Йоги Бхаджан говорил с нами, то он верил, что наше право от рождения — это быть счастливыми. There's a lot of misleading interpretation. Но в этом очень много интерпретаций, которые были заблуждения. Because that happiness he was talking about. Потому что то счастье, о котором он говорил. You don't need to spend years for that. Вам не нужно тратить на это годы, чтобы достичь его. It's not something that needs tremendous effort. Это не то, для чего нужны какие-то невероятные усилия. It's something you're born with it. Это то, с чем вы рождены. That's why he says it's your birthright. Поэтому он и говорит, это ваше право от рождения. Because when you were just born, you were right. Потому что когда вы только родились, с вами все было в порядке. You were happy. Вы были счастливы. Screaming, but happy. Конечно, кричали, плакали, но вы были счастливы. That's me. Yeah. When you show up first time, all you say is, I'm happy. Когда вы только что появились на свет, первое, что вы сказали, я счастлив. You scream so loud that mother wanted to put you to sleep. Вы так громко кричали, что мама хотела вас поскорее усыпить. And you misunderstood, you put your joy to sleep. Но вы не поняли ее, вместо этого вы свою радость усыпили. Понимаете? So, you're covering because you develop interpretation about life. То есть это ваша интерпретация о жизни, которую вы развиваете. And this interpretation comes because you're not adequate. И эта интерпретация, она создается потому, что вы неадекватны. You don't master life. То есть вы не являетесь мастерами своей жизни. So you dream about how you could do that. Вы только мечтаете о том, как вы могли бы жить. So, yoga is not gonna fulfill that dream. И йога, она не выполнит эту мечту. It's just the opposite. Наоборот, это противоположное. If you go through practice of yoga, you're gonna lose dreams. Если вы пойдете через практику йоги, что случится, вы потеряете мечты. So why in Kundalini yoga we strengthen your nervous system? И в Кундалини йоге мы стараемся укреплять нервную систему. Why we work on your glandular system? И также почему мы это делаем? Почему мы укрепляем эндокринную систему? Is to help you to see the world with different eyes. Это для того, чтобы помочь вам смотреть на мир другими глазами. And to be able to be face to face with simplicity. И пребывать лицом к лицу с простотой. Actually, when you stop having projection, когда вы перестаете иметь проекции, is the sensation, the fear of emptiness that comes up. Тогда приходит страх перед пустотой. We want anything but not emptiness. Мы хотим всего чего угодно, но только не пустоты. And if we're not reaching that emptiness, но если мы не достигнем этой пустоты, we cannot find the original we, who we are. Но тогда мы не можем найти нас истинных самих себя, кто мы есть. I say we instead of I. И я говорю мы, а не я. Because I, this one we know who it is. Потому что я и я не знаем, кто это. I do, I have. That's the I we know. То есть я делаю, я имею, это то я, которое мы знаем. When I say we are, но когда я говорю мы, что это? We. This is about my true self. Это речь идет о своем истинном я. Because in consciousness of we are not separate from one another. Потому что мы все не отделены друг от друга в сознании. When I reach who I am.
когда я достигаю того, кем я являюсь, I experience a continuity. Я получаю опыт такой связанности, продолжительности. So this is like a traditional triangle. Это как такой треугольник. It's a rectangle triangle. Равнобедренный треугольник, равносторонний. You have the material. У вас внизу материя, Prakriti. Prakriti. The forma. The forma. Форма. Material is the ingredients that create all matter. И материя — это ингредиенты, которые создают permanent atoms. Такие постоянные какие-то. And the forma is moved by the gunas. They take shapes constantly. А форма, она все время видоизменяется при помощи гун. But the principle that linked these two, the material and the forma, is continuity. Но принцип, который заложен в них обоих, как в материю, так и в форму, это продолжительность. Do you understand? So creation is beyond time. Вы понимаете, то есть творение, оно выходит за пределы времени. Transform. Форма, она все время трансформируется. Material changes form, but it's still always there. Материя, она меняет свою форму, она всегда остается. So the principle of physics, nobody understands how come the energy is conserved in the universe and even increased. When there is nothing to nourish it. И это такой принцип из физики, который никто не понимает. Как может быть, что энергия, она все время остается, сохраняется во Вселенной, и наоборот, даже еще увеличивается. So there is a continual continuity. Потому что в этом есть продолжительность. So Bhajan call it the diagonal energy. Йоги Бхаджан называл это диагональной энергией. So the sense of continuity is we have a sense of time. И у нас есть чувство времени. Because we're young and we're getting old. Потому что мы вначале молоды, потом мы становимся старыми. Because all forms are changing around us. Потому что все формы вокруг нас меняются. You can try to hold on and break, but life is pushing you. Life will change. Мы, конечно, можем пытаться ухватиться за какой-то момент времени, но все равно жизнь будет нас толкать вперед. To the point that you don't know if it is your practice of yoga will change you, or if this is just a natural phenomenon that everything changes. И в какой-то момент вы даже уже не понимаете, это практика йоги вас поменяла, или это просто естественный процесс, жизнь вас меняет. You understand? So actually, to sell people that yoga change, it's kind of a. И на самом деле продавать йогу под таким соусом, что она принесет изменения, это немножко вранье. Because I can predict all of you are going to change, you're going to have white hair. Потому что там можно вам много говорить, что йога все поменяет, но на самом деле в какой-то момент все равно у вас волосы это посидеют. But your deep nature is permanent. Потому что ваша глубокая суть, она постоянна. Who you really are, you're born with that, you're going to die with this. То есть тем, как вы родились, вы тем и умрете. Your soul is here to learn. Ваша душа здесь для того, чтобы учиться. You will integrate the lesson. И ей нужно интегрировать полученные уроки. And the setting, the life is a scenario to learn. А вот все ваше окружение жизненное — это такой сценарий, который помогает вам учиться. We are here to learn to be in the life. Мы здесь для того, чтобы учиться быть в жизни. And doing and having is accessory. А вот делать что-то, иметь что-то — это все-таки аксессуары. It comes around. Они просто приходят. We have to deal with. И нам нужно с ними как-то справляться. We have to take care of what we have. Но нам надо также заботиться о том, что мы имеем. You can't put the goal of your life following what you want to have or what you want to do. Но нельзя целью своей жизни ставить то, что вы хотите сделать или что вы хотите иметь. Then you will end up in a drama. Потому что иначе все закончится драмой. We are not in action. Мы не в действии. We are acting. You understand the difference? Мы сами действуем. То есть вы понимаете разницу? Быть в действии или действовать сами. Even in Russia it is Hollywood. The same. Даже в России у нас есть Голливуд. The same movie. Такое же точно кино. One is red, one is blue, one is gray, but it's a movie. Что-то где-то что-то красное, что-то голубое, что-то белое, но все равно это кино. Everybody is acting, not in action. Все действуют, они находятся в действии. Then you're frustrated. И поэтому приходит такое раздражение. Then you're depressed. Вы впадаете в депрессию. Because the acting will never reach the aim you have set up in your scenario. Потому что
действовать, да, быть все время там, продолжать действие, оно не заполнит, не удовлетворит вашего сценария жизненного. You understand? Because of the diagonal and the continuity. Из-за вот этих вот диагональных продолжительностей. And you have planned to increase or to develop, I don't know what. У вас план, чтобы увеличить, развиться в чем-то, это такой план. So according to the law of karma. Но в соответствии с законом кармы. Every time you're moving a quantum. Каждый раз, когда сдвигаете какой-то квантум. You create a reaction equal or opposite in quantity. То есть вы создаете своим действием, своим поступком реакцию, которая равна по силе. Поэтому если вы сдвигаете материю в одну сторону, то она сама будет пытаться двигаться в противоположную. Поэтому все, к чему вы привязаны сегодня, уйдет от вас завтра, это точно. Понимаете это? It's the law of balance. All universe is in balance. It's all one. Это закон баланса. Вся вселенная находится в балансе. Все. It's not such a thing like two possible. It's all one. То есть нет такого, что две возможности. Все едино. Ratio one means harmony. You understand? That's what it means. Everything balance everything. So zero one is the same. То есть один, да, что-то одно, это гармония. Поэтому все находится в балансе. If you push one finger one side, it's gonna move the other side. You cannot do it otherwise. Если вы как на весах, да, одну сторону весов толкнете вниз, то другая поднимется вверх. So the way to happiness. И таким образом путь к счастью. Is just not create bound and elastic with anything you project in doing or having. Это не создавать, не проецировать что-то. Пытаться удовлетворить себя за счет делания или имения. So, come back to yourself. Вернитесь к себе. First is find out who you are. Прежде всего найдите то, кем вы являетесь. Which is permanent and continuous. И это является постоянным и продолжительным. Потому что диагональ вот эта, она заключается в том, что то, что постоянно, оно будет развиваться и дальше. What is not permanent, by definition, will disappear. А то, что не постоянно, оно по определению исчезнет. Do you understand? So, the chance you have from one lifetime. И ваш шанс, который вам выпадает один раз в жизни, это очень уникальный шанс. Not to waste your time. Вам не нужно терять время. Understand? But to be. Просто быть. To be means you're gonna leave a legacy. Быть это означает жить и своей жизнью проживать наследие. To be is you're gonna serve a spirit. То есть быть означает служить своему духу. And that spirit will not die when you die. И этот дух, он не умрет тогда, когда вы умрете физически. And that's when you start considering what yoga is about. И вот этот момент, когда вы начинаете задумываться о том, что же такое йога. Yoga is a way to exist forever. Йога это путь это способ существовать вечно. Not to face opportunity and run after rabbits. Это не для того, чтобы встречать какие-то возможности и бежать за своими привычками. You understand? It's different. Attitude is different. Angle is different. Angle into life. И это другое отношение и другой угол, а другая точка зрения на жизнь. So, as all our strategy, as young as we have been. И наша стратегия, когда мы молоды. We have built dreams. Мы строим мечты. Because we couldn't face ourselves. Потому что мы не могли столкнуться лицом к лицу с самим собой. We were not educated to go inside. Нас никто не учил идти внутрь. And to let go all this bond with what we have and what we do. И никто не учил отпускать все вот эти вот узы, которыми мы связаны в плане того, что мы должны. It's sort of painful and depressive. И это то, что потом приносит боль и депрессию. As long as we cannot let go this deeper. И до тех пор, пока мы
это не отпустим, мы не пойдем глубже в себя. We have no chance to find this core essence of happiness. У нас нет шанса найти истинную суть счастья. So this is the job I'm doing. Вот это та работа, которую я делаю. It's trying to help you to let go all the dust that is around you. Я стараюсь помочь людям отпустить всю эту вот наносную пыль. Hooked on your psyche. Которая прилипла к вашей психике. In your mind, actually. It's a cloaked mind. На самом деле, даже в вашем уме. And to cut all this out. И вот все это расчистить. So you have a chance to face this naked self. У вас есть шанс встретить такого голого себя. And that's an experience. Это опыт. Those who find it, this is the problem. You understand? This cannot be taught. И вот это проблема, потому что этому нельзя научить. Because the language that happens when you find it. Потому что язык, когда вы встречаетесь с этим. Is like a fish, you know. Вот, то есть вы как рыба, которая просто открывает рот. The best they could do, they say, wow. То есть это лучшее, что вы можете сделать, такого звука сказать. Wow, this is the word of ecstasy. You say, wow. Wow, это такой звук экстаза. Basically, all fishes in the water, they do. Но это то, что делают все рыбы в воде. You understand? They're in ecstasy. They go, wow. Они все в экстазе. They find out. Yeah? Потому что они уже все нашли. When you find out, you have no words. That's it. И когда вы что-то познаете, находите, у вас нет слов. You cannot share that stuff. Yeah? То есть вы не можете этим поделиться. So basically, when you access happiness, you shut up. Потому что таким образом, когда вы находите счастье, вы просто замолкаете. So why I'm speaking so much is because I need to entertain you. Почему я так много говорю, как вы думаете? Потому что мне надо вас как-то развлечь. Because the space I love is to be in the wood and not to speak. На самом деле я люблю быть в лесу и молчать. This is where I'm happy. Вот тогда я счастлив. So I'm also happy here. But I would like you to share and to see the interest to find that original self. Я хочу, чтобы вы тоже смогли найти интерес и просто найти вот это вот истинное я. And the journey to that is painful. И путь к этому он болезненный. It would be like cutting branches to a tree. Это как отрезать ветки у дерева. There is a piece of you that has to go. То есть какая-то частица вас, часть вас, которая должна уйти. And this is happening in the astral, in the emotional plane. И это происходит на астральном, эмоциональном плане. So actually, yoga is one of the most efficient tools to work in the emotional plane. И на самом деле йога — это один из самых мощных инструментов по работе с эмоциональным планом. Because all the world of emotion you have now, потому что весь этот мир эмоций, который у вас сейчас есть, that you create yourself by this bondage and attachment to the outside world, который вы сами для себя создали при помощи оков, уз с внешним миром, the sensation of joy and excitement when you fall in love, for example. Например, ощущение радости и такого радостного возбуждения, когда вы влюбляетесь. That excitement is exactly the same when you fall in love with God. И вот эта радость, она точно такая же, когда вы наконец-то влюбляетесь в Бога. How are you gonna feel ecstasy? Как вы можете почувствовать экстаз? Take a pill. Возьмите таблетку. You will feel it in the body. Вы почувствуете это в теле. You don't feel it in the brain through logic, thinking, and то есть вы не чувствуете это в уме своем посредством каких-то логических размышлений. Ecstasy is a physical emotion, it's an experience in the physical body. Экстаз — это эмоциональный опыт переживания в физическом теле. It's just you don't get it through a pill. Но на самом деле через таблетку вы не получите это. And you didn't create a bond with somebody that you have to carry around the neck your whole life. И вы не можете установить какую-то связь с кем-то другим человеком, кого вы будете все время на таком поводке за собой водить. You understand? Original you is in ecstasy, is happy, and you're gonna feel it in your body. То есть вы изначально рождены в таком экстазе, вы были счастливыми, и вы должны чувствовать это в своем теле. So the whole deal is how you eliminate the emotions that are linked to objects that are projecting outside and bring you into a down and a drama. То есть работа состоит в том, чтобы убрать эту связь, которая
сковывает ваши эмоции с какими-то внешними объектами и вернуть это все только внутрь себя. Where you have this up and down. За счет того, когда у вас получаются такие скачки вверх, вниз. But find a natural stage of being ecstatic, yeah? И обрести свое естественное состояние бытия и это состояние экстаза. A yogi that's really practiced yoga is almost drunk with all the time. Люди, которые практикуют очень много йоги, они почти все время как будто пьяные. It's just don't need vodka, that's all. Просто не надо водки. But there's no difference. He's drunk. Но разницы-то нет, он пьян. You understand? Понимаете? The feeling, the sensation, the experience is just the same. That's why you run after vodka, because you think it must be wise to be drunk. Yeah? It is. То есть вот эти вот чувства, ощущения, опыт, с которым вы гонитесь, когда пьете водку, они такие же, когда вы занимаетесь йогой. This is Sufi story of the father and son who go to a bar. И есть такая история суфийская. Father and son, you know, they go to bar. Отец и сын идут в бар. And the son that has a lot of reverence to his father was a great Sufi. И отец, он был великим суфи. Father, when do we stop? Where, how far do you think we should be drunk? How do we know we should stop to be drunk? И они пьют в этом баре, и сын спрашивает: отец, как ты считаешь, как много нам надо выпить, когда нам стоит остановиться наконец? And the father said, you see these two guys at the table there. И отец ему говорит: ты видишь вот этих двух парней за столом? When you see four, you stop. И когда вы вместо двух видите четырех, тогда пора остановиться. And the son says, Father, but he's alone. Но тогда отец говорит, сын говорит, отец, но он ведь сидит один. So you see how drunk was the father already at the beginning. То есть вы понимаете, как пьян был отец с самого начала. So it shows how you should be all the time. То есть вы должны все время быть такими. But you drank because of your deep connection with your true self, which is unlimited joy. Но вы пьяны от своей очень глубокой связи с истинным я, и это безграничная радость. And you get into this joy without dreaming. И вы впадаете в эту радость не мечтая. Without hiding your shame and all your complexes. Не пытаясь спрятать какой-то стыд или свои комплексы. It's just original self joy. Это такая радость истинного я. So this is my purpose today. I'd like to have you experience something like this. И это моя цель на сегодня. Я хочу, чтобы вы испытали что-то вроде этого. To drop and grow through the pain of letting go of a little bit of your dust. Yeah? Немножко расчистить свою боль, страдания, пыль, and вот это все. If you're drunk enough to enjoy. И чтобы вы были достаточно пьяны для того, чтобы наслаждаться собой. Good program, no? Хорошая программа. Okay, so you ready? Вы готовы? So, to start with, you're gonna stand up and. Для начала нужно встать. Shake every cell of your body, like if you want to let go of the dust, all the what is on you, around you. Стряхните каждую клеточку своего тела, как будто бы вы освобождаетесь от пыли, которая на вас, внутри вас. Breathing. И дышите.
breathe again, yeah? Вам нужно дышать и двигаться, чтобы быть в ритме. Make your glasses shake. Пусть все у вас тягивается. You, yeah? И пусть вас не беспокоит то, что на вас кто-то может смотреть. Они все потеряны. You don't need to see anybody. Вам не нужно никого видеть. There's nobody in the room, only you. В комнате нет никого, только вы. Do it for yourself, do it for God. Делайте это для себя, делайте это для Бога. Dance for the universe. Танцуйте для Вселенной. Don't you realize the whole universe is dancing all the time? What are you doing? Yeah? Что вы делаете? I am busy. I'm so serious. Вы все время говорите, то, что вы делаете, вы говорите, я очень занят, я такой серьезный. Shake your head, shoulder, shake the whole thing. Arms up, because it works on the heart, so you need to have the arms up. Руки вверх, чтобы был эффект на сердце. Thank you.
пожалуйста, сядьте в позу ворона, то есть стопы плотно на полу. Вам нужно присесть. Стопы на полу. То есть вы попой на пол не садитесь, вы приседаете вниз, стопы плотно на полу. На корточках. Дышите через нос, через позвоночник. Закройте глаза. Somebody inside you is excited. Что-то внутри вас очень возбуждено. Yeah. Да? Вы можете это чувствовать? Somebody inside you say, what next? Что-то внутри вас говорит, что же дальше? Just listen to the one who is really excited. Но слушайте того, кто чувствует это радостное возбуждение сейчас. Breathe through the nose and bring the energy through the spine. Дышите через нос и проводите энергию через позвоночник. You don't have to slow your breath, just breathe as you feel you need to breathe, but through the nose. Вам не нужно дышать медленно, дышите так, как вам хочется, естественно, но через нос. And watch your body breathing. Наблюдайте за тем, как дышит тело. Isn't it a miracle? Разве это не чудо? Somebody is breathing inside you. Кто-то внутри вас дышит. Even when you sleep, he's still breathing. Yeah. Даже когда вы спите, кто-то все равно дышит. Just imagine that you would be responsible for your breath. Представьте, если бы вам приходилось нести ответственность за свое дыхание. Many of us will not live long. Тогда мы немногие из нас долго прожили. Very soon they forget to breathe. Мы очень быстро забыли, что надо дышать. So you can sleep, he breathes. Вы можете спать, а он будет дышать за вас. So who is this one? Кто этот он? And be with your breath. Будьте со своим дыханием. Just enjoy simple things like breathing. Наслаждайтесь такими простыми вещами, как дыхание. That's not expensive. Это недорого. So included in the price. И сегодня немного нужно усилий. Enjoy breathing. Наслаждайтесь дыханием. Can you find that connection? Постарайтесь найти эту связь. Bring your spine as vertical as you can. И спину поднимите как можно вертикальнее. And your hands in front of your head. А руки перед головой. And you're gonna try to clap a little bit on the right. Вы делаете хлопок вправо и хлопок влево. Thank you.
think they never sing. Затягивайте по пару минут. Thank you.
Вдох. Exhale. Выдох. И теперь вы в позу треугольника переходите. С обратного вниз. Вы можете расслабить теперь на спины в позу треугольника. So the feet flat, hands flat. Стопы на полу плотно. Обталкивайтесь руками. This time you breathe slowly and with deep. Сейчас вы дышите медленно и глубоко. Inhale through the mouth. Вдох через рот. Exhale through the nose. Выдох через нос. And your weight is equal on hands and feet. И вес равномерно распределен на руки и на стопы. So you feel the pressure on your shoulder, on your elbows, and also on your knees and hips. Одновременно и одинаково вы чувствуете давление на руках, на локтях, плечах, а также на стопах, коленях. Inhale through the mouth, exhale through the nose. Вдох через рот, выдох через нос. Drop your head and just concentrate on the third eye, on the eyeball center. Пустите голову вниз и концентрируйтесь на точке третьего глаза. Just 1 more minute. Еще 1 минута всего. You relax your back. Расслабьте спину. And you stretch your legs, you stretch your nerves, nervous nerves. У вас растягиваются ноги, растягиваются жизненные нервы. Stretch all the meridians. Yes. Let energy circulate now. Растягивайте все энергетические меридианы, так чтобы энергия циркулировала по всему телу. No panic, just relax in the posture. Без паники, расслабляйтесь в позе. Глубокий вдох. И выдох. And you come on the floor. И вы на четвереньки переходите. Для кошки коровы. Now you bring your head up. И теперь голова вверх. Breathe through the nose. Дышите через нос. Long and deep. Глубоко, медленно. Keep your eyes closed, concentrate on the root. Глаза закрыты, концентрация на точке третьего глаза. Feel your spine, feel energy in your spine. Чувствуйте позвоночник, энергию в позвоночнике. You must still feel the excitement. И вы до сих пор должны чувствовать то радостное возбуждение. And still you wonder, what next? И до сих пор удивляться и спрашивать себя, что же дальше. So drop that idea. Оставьте эту мысль. Because the next can only be worse. Потому что дальше может быть только хуже. Why do you worry? Поэтому зачем волноваться лишь? Why you worry so much? Чего вы так много волнуетесь? It's already done. You know it's gonna be tough. Уже все сделано. Вы и так знаете, что будет тяжело.
Relax, enjoy. Расслабляйтесь и получайте удовольствие. Oh my God. Боже. Please, you can still breathe. Just imagine you couldn't breathe. Дышите, вы уже можете дышать. Представьте, если бы вы не могли. Stay in place. Оставайтесь на месте. And we're going to walk in this position on the spot. Теперь мы снова будем ходить на месте в этом положении. Inhale with your right Вдох, up, правая рука вверх. And the left leg up. И левая нога вверх. Exhale down. Выдох вниз. Inhale the left arms and the right leg. А вдох следующий наоборот. Левая рука вверх, правая нога. You breathe with the whole body. И вы дышите всем телом. Ready? Through the nose. Inhale, exhale through the nose. Дышите через нос. И вдох, и выдох. Just 2 minutes. Всего 2 минуты.